Была война, и голод, и блокада. Но в этот день в неистовой тиши играл оркестр под небом Ленинграда, все звуки остальные заглушив. Гудели трубы, бешено вздымаясь, метался барабанный дроби град, звучала ленинградская, седьмая, и ей внимал блокадный Ленинград. Альты и скрипки яростно визжали, настойчиво солировал кларнет, и вражеские пушки замолчали, буквально обезумев в тишине. Оттуда, из блокадного кольца, торжественная музыка звучала. Она была поистине началом, она была началом их конца. И как подбитый зверь почуял враг тогда, в прохладный августовский вечер, что не сломить великий Ленинград, что город жив, и жить он будет вечно. А в зале, позабыв про боль и страх, сидели наши бабушки и деды. И в их войной измученных глазах светилась вера в скорую победу. Для них, познавших смерть блокадных дней, была дороже всяческих сокровищ. Симфония, что выковал в огне под бомбами великий Шостакович. Бесшумным ветром пронеслись года. И мы, их дети, правнуки и внуки, встаем, едва заслышав эти звуки, и замираем, как они тогда. И словно память тех блокадных дней, мы свято чтим сокровища сокровищ, симфонию, что выковал в огне, наш легендарный Дмитрий Шостакович.